Привет и добро пожаловать на канал Капуфте. В этом видео я собираюсь показать и рассказать, как стакать и убивать грит-кракенов. Ну, то есть, как их, в принципе, заспавнить. Это достаточно важно. Начнем с того, что вам нужно два человека. В моем случае это два моих аккаунта. Я использую два аккаунта на одном компьютере. Если хотите, могу в будущем рассказать, как это делать. И какие требования для грит-кракенов? 60 тысяч баунти именно для грит. Для обычных кракенов баунти, если я не ошибаюсь, вообще не нужно. И давайте я сейчас покажу, как до них добраться и, в принципе, застакать. Итак, я запрыгиваю к себе на корабль и плыву. И сейчас поплыву в Rough Waters. Они находятся вот там, правее SE чуть-чуть. Ну, точнее, S. Чуть правее S. Как вы видите, грит кракен заспавнился. Это именно грит кракен, то есть у него есть надпись в нике read. И чтобы ваш грит кракен от вас не ушел, вам нужно его все время чуть-чуть бить. То есть вот так каждый раз, когда он к вам тпхается, вам нужно его чуть-чуть ударять, как угодно, любой урон просто наносить. Если вы стакаете не очень большое количество кракенов, например, 5, 3, 2. Я в этом видео покажу, как стакать 2, в будущем, точнее, в следующем ролике я покажу, как делать прям супер ферму кракенов. Ну, то есть уже 10-20+. Что теперь нужно сделать, чтобы застакать грит кракена? Я ставлю свой аккаунт вот тут. А этим выхожу, основным, у которого больше всего баунти. И захожу опять, то есть перезахожу. Если вы вдруг не знаете, в чем заключается смысл стака, ну то есть чем он отличается от просто того, чтобы заспавнить кракенов, то стак — это как вы убираете кулдаун у кракенов. Ведь у грит кракенов всех, ну и обычных, тоже есть кулдаун. Например, грит кракенов вы можете спавнить раз в 10 минут. Поэтому стак кракенов, который позволяет вам их помнить очень быстро, позволяет вам делать это без кулдауна. И продолжаем. Я уже зашел к себе, как вы видите. Лучше всего стакать кракенов втроем, потому что один стоит как якорь, а двое бегают, стакают самих кракенов, призывают, так скажем. Поэтому, если у вас есть возможность стакать втроем, а не вдвоем, ну или одному на трех аккаунтах, то делайте так. Так, вот я уже тут, но на видео я буду показывать, как это сделать только с помощью двух людей, то есть минимальное количество. Итак, вот второй грит кракен пришел, как видите, оба кракена грит кракенс, то есть, ну, великие, если их можно так назвать. В общем, огромные, огромный вариант. И теперь я их тащу обратно к себе. Как вы видите, я уже принес кракенов сюда, поэтому теперь их осталось только убить.
И вот так. Первый умер. И второй. В итоге... стоп. Да. Оба фрукта получил мой один аккаунт. Давайте посмотрим, что это. Гому и барьер. Вот так вот. Надеюсь, что это видео было полезно. Всем удачи и пока. Пишите в комментарии свои идеи и что вам выпало с горит кракенов. Пока.